И еще дальше Захаров вниз. Классно. И Октавиус Эллис сверху с двух рук. Что и уже оправдывает себя, на самом деле, решение. Вот это вот выпустить старте Жан-Шварля. Октавиус. Капитан Уралмаша на подборе. Один из самых опытных игроков этой команды. Октавиус Эллис. Как у него с трех очков. Эвелс. Стягивает на себя, вышел Михайловский вниз, ну и Октавиус Эллис против него тяжелее. ЦСКА, Мело, Остапкович пошел вниз и скидку сделал, Жан-Шарлю не дает. И вновь Джош Перкинс. С ним нужно быть внимательным, он забил 3-4 из-за дуги, Октавиус Эллис. 6 секунд, Октавиус через Жан-Шарлю набирает эти два. Перкинс. И навесная Октавиус Эллис забивает 2 плюс. Невилс и Эллис здесь ставят заслоны. Тайрел Нельсон и Октавиус Эллис легкий. Очень. За гостями Уэйр. Вниз хорошо. Жан-Шарль еще дальше. Амат Эмбай не продает. Мело Тримбл. И на Тони Джекири пас. Джекири не набирает 2 очка, но... Перкинс дальше. И Эллис на подборе. Тут 2 очка.